Привет всем! Не знаю, в курсе вы или нет, но у нас здесь в кухне за этой дверцей балкон. Жалюзи пока закрылась, чтобы не показывать, в каком доме мы живем. Хоть мы и не мега популярные блогеры, но все равно хотя бы это пусть останется тайной, потому что и так показываем много всего. В общем, будем застеклять балкон, планируем это сделать. Сегодня приходило уже два мастера. Сказали нам свои цены и как, что они нам сделают. Будем думать. Один сказал, что может через 4 дня сделать, застеклить окно. Один сказал, что через 1,5. Там сумма тоже не сильно, но отличается. В общем, будем до вечера думать. Потому что тут рядом идут стройки. Сегодня было очень ветрено ночью. Даже я от ветра проснулась. И вот эта вся пыль со стройки здесь у нас на балконе. Как только закроется, можно будет как-то пользоваться полезным пространством на балконе, заказать шкафчики, допустим, сюда и вот сюда. В общем, вот такие вот планы. Кстати, рамочки мы в тот вечер с Максом повесили. А еще он сделал тут, зашпаклевал, это, кажется, называется, да? Это все задевается вот этим вот креслом. Креслом мы привезли из той квартиры, в общем, вот этой вот штуковины. Мы покоцали нашу стену, дети приходили в гости, тоже катались на стульчике, на кресле, пока мы успели им сказать. В общем, оказались там такие дырочки в стене. Макс зашпаклевал. Вот здесь вот тоже была трещина, зашпаклевали. И как-нибудь вечерком он сказал, все это покрасит стена. Ой, краска от этой стены есть. И как раз таки увидим, будет ли отличаться, допустим, вот этот цвет от вот этого, который будет покрашен. Те, кто нам продавали краску, сказали, что отличаться не будет. Где вы запачкаете, можете закрасить, и отличаться не будет. Но что-то мне подсказывает, что будет отличие, может быть, и неявное. В общем, вот такие вот дела. Здесь были пятна рук жирных, жирными руками детки, видимо, слазили. Пятна ушли, единственное, что я сильно потерла, видимо, тряпочки, надо еще раз будет пройтись. А так пятна все ушли, как нам и обещали, моющиеся стены. В общем, вот так вот. Работники, которые приходили измерить только что балкон, спрашивали, а то у вас покрашенные стены. В общем, всех, как я заметила, как мы заметили, всех интересует это. Краска это или что. Нам тоже очень нравится, что у нас покрашенные стены, потому что во всех других квартирах всегда были обои, обои, обои. Сегодня на обед был плов. Готовила немного специально, чтобы съесть и чтобы было повкуснее. Почему-то, когда готовишь мало, всегда получается вкусно. На ужин буду жарить картошку. Есть еще тарелочка плова, кто что захочет. И параллельно смотрю, как там Данелька занимается, то ли рисует, то ли раскрашивает. В общем, как это удобно придумали, установив камеры в детских садах. В прошлом садике у нас не было камеры. Была, но не онлайн. А здесь прям онлайн. Я видела, как она спала, когда проснулась, как одевалась. Очень удобно. Вместо кино включила и смотришь. И такое ощущение, что она рядышком со мной, потому что за эти 3 месяца, пока она сидела дома с нами, с Альтаиром, я уже привыкла. В любой момент могла ее попросить, посмотри, присмотри. Но в садике ей, конечно же, лучше с детками, с ровесниками. В общем, вот такое черно-белое кино смотрю. Здесь черно-белое, еще можно пролистнуть, там показывает 3 камеры, 3 комнаты, где они спят, где они переодеваются. Очень удобно. Данелька уже дома. Хочет покушать вот такое мороженое. Бомба печенье. Накладываю ей. Сейчас буду жарить картошечку. Мама, где-то? Так, я мороженое не буду. Убираю в морозилку. Пять? Угу. Вот у нас фришки. Только они уже диамант. Центр перемол слай. Здесь пока спешим. Сегодня уже кончаю в садике. Сколько дней ты уже ходила в садик? 2 раза. 2 раза ходила, да?
Там много детей ходят с тобой? Угу. У меня уже новая подушка одна. Как ее зовут? Амина. Амина. Он тоже без темы сентяхты торти. Я Мирла Найтин. Приходи нам в дом. Приходи в дом? Да. Я им сказала. Приходи к нам в дом. Я. Шестой микрорайон 9. Шестой микрорайон 9. Ты чуть-чуть неправильно сказала. Найт мы все равно садите. Ну, кишкинин. Кишкинин, Найт. Весело было, ну, погон. Да? Что сегодня делали? Рисовали, раскрашивали? Я еще мяла беда пока. И гибалан кишкини. Болым садиктем. И гибал мальчик. Ой, видео мальчик. Да? Мяган беда интересная игра. Ух ты ж, какая игра. Ну, беда бусинка сяхт, бусинка сяхт. Да, солнце сам вот обнима? Я Алькин. Завтра я тебя пораньше заберу, хорошо? Кто-то вас сегодня быстро разобрали. Ты осталась одна, еще один мальчик. И Гевлерн Болдендер. Ну, хорошо. А по Игнатыкам, как зовут воспитателя? Сариапай. Угу. Молодец, Танюка новый садик ходит, и у него уже новые подружки есть. Потом до меня один скажу. Ага, молодец. Всем приятного аппетита. Пойдет, Слава? Штина, как ты сейчас долгий, меня не достань. Давай. Я вас приветствую, приветки. Я монстр хай, знаете? Сегодня ухожу сами по делам. Кашу полезную. Знаете? Я сегодня новая девочка. Пошутила. Сейчас мы так замолгаем. Да, это моя кукла. Здесь будет со мной. Только большой-большой сидит. Шутка тоже. Мое мороженое. Мик-мик. Мое мороженое. Пока поешь банан. Спасибо. Ура, банан, пока. Мой завтрак в относительной тишине. Завтрак Альтаира. Пюрешка у него. Сады Придонья. Яблоко абрикос. А, сегодня было нервное утро. Мы все никак не войдем в режим. Ни Данелька. И я никак не войду в режим. Из-за этого нервничаю. Не хочу, чтобы было так по утрам. Сегодня Макс забрал Данельку по дороге на работу. Вчера 2 дня возила ее я. В общем, поскорее пусть все войдет в режим. Данелька, чтобы не переживала, уже хочется. Она каждое утро переживает. Может сплакнуть. Надеюсь, скоро уже привыкнет. Потому что так, а то нереально. Альтаир немножко начал топлить. Вроде не он пошел в садик. В общем, Максу жарила яичницу и один кусочек себе оставила. Пока Альтаир уснул, у него первый дневной сон. Кушает его конфетку. Коровка. Вкусная. С чаем прям на ура заходит. И я все, не могу успокоиться, хочу заказать что-нибудь с Вайкики. У нас тут магазин небольшой, Вайкики. И все, что можно найти на сайте, придет с другого города, с Алматы. В общем, тут побольше выбора и размеров побольше. Зимнюю курточку смотрю, сейчас как раз такие хорошие скидки. Всего 8 тысяч, вот такая зимняя курточка, я ее видела, по-моему, в магазине. Но не помню, какого она качества. Вроде, судя по фотографиям, очень даже неплохая. Единственное, не знаю, она может быть тяжелая. Слишком тяжелая, куртке неудобно будет потом ходить. А так, внутри подклад все такое аккуратненькое, тепленькое и смотрится красиво. Еще мне нравится, что капюшон
отдельно идет от молнии. То есть молнию можно застегнуть, а капюшон отдельно стоит. В общем, не знаю, наверное, сейчас закажу размер 6-7. Как раз последний размер. Еще там пару костюмчиков посмотрела. Вот такой спортивный. Уже такие песенки готовлю и слушаю песенку. Узнали? Песни 80-х, то есть 90-х. Отключим, чтобы нас не отключил YouTube, не забанил. В YouTube написала хиты 90-х, 2000-х на русском. И прям классно. Как бальзам на душу, да, называется. То современные песенки некоторые что-то надоели. Одни там биты, без смысла. А тут хоть попоешь. Что готовим? Сегодня у нас есть на обед суп с фрикадельками, с лапшичкой, с остатками лапши, которую я в тот раз сама месила. Теперь, думаю, может, буду почаще, когда будет время, допустим, вечером, когда все спят. Раз замесила тесто и посушить положила лапшичку. Здесь у меня чечевица, тоже остатки чечевицы. Доедаем, в общем, все, что есть. Было отваренное мясо тушеное, оно уже почти готово. И сейчас немножко поварится чечевица, будет готов у нас обед. Тертый томат здесь есть, пол томата. Мелкая морковка через терку. Лук закончился, лука нет. Ну и перчик, замороженный перчик. Должно получиться вкусно. И все приправы, которые у меня были, я все туда насыпала. Соль, перец, базилик и все такое. Сейчас быстро сделаю салат. Из листьев салата, помидорки, в общем, все, что есть. Представляете, у меня в контейнере остался сыр, и я его как-то на автомате положила просто в шкаф. И сегодня целое утро искала. Вроде у меня был сыр, а он у меня вот так, смотрите, расплавился, там жирочек. Я чуть слила жира. Не знаю, надеюсь, он не испортился, наверное, но что подтаяло, это точно. У меня тут ЧП пошла, ребенка потоскаю. Дело сделано, как всегда, закон подлости, только поменяешь подгузник ребенку, он сразу же делает свои большие дела туда. Достала заморозку фарша, фарш и тесто слоеное дрожжевое, после обеда планирую самсушки сделать, чтобы Данелька немножко порадовалась после садика. На сегодня 4-й день, она в саду, в принципе, нормально. Привыкает. Немножко переживает, волнуется, как она говорит. Так, чечевица, по-моему, уже готова. Прошло минут 15. Пробуем. И отключаем. Угу, нормально. Все, отключаем. Кстати, обожаю чечевичный суп. Крем-суп, но ни разу его не готовила дома. Тыквенный суп, крем-пюре или суп-пюре готовила. А вот чечевичный нет. Надо будет как-нибудь исправить. Вкуснятина. Все, в принципе, тут даже две порции. Я думала, на одну порцию. Посмотрим, что захочет Макс. Что поем я. Супчик с фрикаделькой. Чуть-чуть лапшичкой с картошкой. Обед Альтаира. Смотрю сериал, Альтаир спит, включила ему музыку и решила как раз таки, пока он спит, помыть холодильник. Вода с содой и тряпочкой пройтись по всем опустевшим полочкам. Потихоньку все уже заканчивается. Как раз удобно будет вымыть холодильник. Тут еще кусочек мяса. На ужин думала. Что-нибудь приготовлю. Ну, посмотрим, может быть, самса будет у нас на ужин. Здесь тоже опустила все. Лишние пакеты все уберу. Здесь у меня, смотрите, приходили девочки в гости на новоселье. Я не успела приготовить муравейник, то есть что успела, сделала, там как раз на одну тарелочку муравейника натерла, тесто не успела заморозиться, я закинула в морозилку и не успела дальше доготовить. Сейчас вот достала из морозилки, чуть подтает, ну, уже смягчилось, хочу допечь, правда сгущенки нет, блин,
А, надо будет еще купить сгущенку. Вообще удобно вот так вот замороженные кусочки теста оставлять и потом готовое раз натереть ей к чаю. Так, а здесь трэш-трэшовый. Здесь вроде как протерла уже булочку. И знаете, теперь я запишу себе в покупочки такие ящички, чтобы все доставать из пакета, допустим, помидоры или яблоки, и все туда складывать. Это, наверное, будут пластиковые, самые простые ящички. Из этой, чтобы достать, вымыть ящик, высыпать мусор, думаю, это будет удобно. Все готово. Все готово, все полочки достала, все помыла, протерла. Единственное, в этих полках очень тяжело вымывается вот эта вот щель. Сейчас попытаюсь еще зубочисткой пройтись. Этот пластик не снимается, я так, насколько я знаю. В общем, как-то так. Все, что можно помыть и высушить, я тут делаю. Вот это помыла, выбросила все пакеты, высушивается. Это сейчас тоже положу в тарелочку. По холодильнику вот что. Совсем не густо, совсем пусто. В общем, решила разложить. У меня же много контейнеров всяких разных с крышечками. А здесь пусть вот так вот стоят без крышечек. Тем более мне подарили же на новоселье. Саида подарила еще несколько контейнеров. Так что зачем мне покупать, если у меня есть? Морковку вымыла. В общем, видно, да, что надо овощей покупать. В общем, всего надо покупать. Чеснок почистила, сосиски переложила, надо будет их сварить как-нибудь. Здесь у меня красный лук, ну, подтаивший сыр. Ну и все, стало намного чище и аккуратно. Майонез всегда падает, поставила его тоже в контейнер. Здесь у меня кефир, который уже начнет будет скоро прокисать. Ой, что я говорю. В общем, сейчас пожарю из них, из этого кефира блины. Ну все. Хорошая проделана работа с морозилкой. Сегодня не хочу возиться. Там пока много продуктов еще. Это уже потом. Позови, помани. Без тебя это мир. Тара-там, тра-та-там, позови. Ну все, стопочка блинчиков готова. Тесто на кефире. Добавляла побольше воды, еще побольше, побольше, побольше. Получилось где-то стакан кефира, наверное, и стакан воды. Стакан муки, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли, щепотку. И чуть-чуть побольше, чем щепотка, сахара добавила. Получились там внизу самым есть поменьше размером. Для тарелки удобно, чтобы было есть. А еще, если бы я была более-менее... Сейчас, сыночек, Азер. Более-менее популярным блогером, я бы сказала... Что такое? Я бы сказала... Ой, у меня уже сковородочка. Блин, не дают сказать. Мне нужна новая сковородочка. Я бы не против была подарочка, подгончика. И у меня вечером уже была бы сковородка. Но, к сожалению, надо будет самой покупать.